Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хотелось бы поговорить о том, как в свое хозяйство привести новокупленную птицу. У меня здесь петушки Марана. Петушки приехали ко мне вчера в количестве 10 штук. Обратилась ко мне моя зрительница и попросила забрать петушков, потому что у нее, ну, там что-то как-то сложилось. Как-то так сложилось, что ухаживать за ними она не может. И, в общем-то, рубить тоже не может. И попросила их забрать. Петушки родом из Самары. Приехали инкубационным яйцом. Инкубационное яйцо я посмотрела. На фотографиях очень темное, хорошее, достойное яйцо. Вот. И так как в хозяйстве свежие петушки, свежая кровь всегда нужна, конечно же, я согласилась. И вот муж мне вчера их привез. Переночевали они у меня ночь в отдельном вот в таком помещении. Друзья, вы чаще всего осени начинаете пополнять свое хозяйство. Кому-то нужен петушок, кто-то покупает подрощенных курочек. В общем, бывают такие ситуации, что с покупкой новой птицы в хозяйство вносится какой-то вирус, заболевание и тому подобное. Я не говорю про этих петушков, я говорю, что вообще так бывает и достаточно часто. Что сделать? Как избежать падежа в своем хозяйстве с покупкой новой птицы? Ну, во-первых, новую птицу, будь то петушок, будь то подрощенные курочки, неважно кто, вы отсаживаете на карантин. Что такое карантин? То есть в изолированном помещении у вас эта птица находится 21 день. Почему 21 день? Потому что чаще всего инкубационный период вирусов, которым болеют птицы, это 21 день. В эту пору вы следите за пометом, за поведением, за цветом гребня, за общим состоянием птицы. Если вас все устраивает, и вы считаете, что условно птица новокупленная, скажем так, здорова, значит, если это петушок, берете курочку из своего хозяйства, ну, скажем так, которую не жалко. Их, конечно, всех жалко, я все это понимаю, но нужно рисковать. Ну, допустим, курочку старую там или какую-то дефективную. Сажайте эту курочку с петушком на пару недель, опять же, в такое закрытое помещение, и наблюдаете, что происходит. Совместимы ли ваши куры или нет. Бывает такое, что по отдельности они кажутся, что обе птицы здоровы, и петушок, и ваша курочка. Но бывает какая-то несовместимость, микрофлора там, ну, все такое, понимаете. Вот смотрите, совместимы ли ваши куры с вновь поступившим петушком. Если в течение 2 недель вы смотрите, что оба, и курочка, и петушок, в хорошем состоянии, все нормально, никто не заболел, помет хороший, плотный, никто не зачихал, гребни светлые, все резвые. Ну, вот будем считать, что петушок, которого вы новый купили, он здоров, и он подходит вашему поголовью. Ну, кто-то может сказать, что долго так. Ну, вы знаете, я скажу, лучше подождать. Нельзя птичку, вновь поступившую, купленную, запускать в общее поголовье. Очень часто такое бывает, что прививки там, не прививки, пропойки. Ну, вообще бывает такое, что птица заболевает, и та, и другая погибает, поэтому не нужно рисковать. Здесь я вижу у одного петушка лапка, наверное, при доставке повредили, но ничего страшного. Ничего страшного, оклемается. Вот, ребят, сразу предлагаю, если кому-то нужны петушки, не от моих кур, вот он петушочек хромает, не от моих кур, петушки хорошие, им 5,5 месяцев, приличные, очень даже. Если вот это все никак не может спрыгнуть, что ж такой несмелый-то? Спрыгивай давай, уже все едят, а ты сидишь. Не-не-не, ходит. Если кому-то нужны петушки, не родственные моим, то петушки есть. Вот, недорого. Ну, чисто такие транспортные расходы, все такое нам нужно возместить, скажем так.
Ну. Понятно, да? Купили птицу, отсаживаем, наблюдаем, после этого выпускаем в общее стадо. И никак иначе. Не рискуйте. Так, и еще у меня есть одна новость. Многие спрашивали меня, будет ли в этом году, можно сказать, уже так традиционная распродажа цыплят. Вот эти цыплятки, которые вывелись. Я для себя уже вывела все, что мне нужно. А это, можно сказать, так уже я с излишком проинкубировала на всякий случай. Так, у меня бывают распродажи. И вот я объявляю такую распродажу. Здесь кукушка, мараны, брезгальцы. То есть все-все-все цыплятки идут с 50% скидкой. Если кого-то это интересует, кто-то звонил, спрашивал. В середине лета спрашивал: Лена, когда будет распродажа? Я сказала, что я отдельно об этом объявлю. То есть я понимаю, что не все в средствах могут позволить себе цыплята. Породные, не дешевые. То есть не у каждого есть возможность. Но чтобы как бы уравнять возможности всех моих зрителей, я каждый год устраиваю вот такую вот распродажу. Уже третий год подряд. Сейчас я об этом объявляю. Сейчас идет вывод. Цыплятки выводятся. Больше того, еще через неделю будет там небольшой довывод. То есть вот эти все цыплята идут с 50% скидкой. Нахожусь я в Боровске, Калужской области. И есть доставка до поселка Киевский. Это 30 километров от Москвы по Киевскому шоссе. Можем туда подвезти. У меня там дочка живет. Бывает, что она ко мне приезжает в гости. Может цыплят забрать и передать вам там, чтобы сюда ко мне не ехать. Лишние километры не наматывать. У кого теплые, есть курятники, есть возможность их подрастить, то вот, пожалуйста, прекрасный вариант. Весной вы уже будете со своими молодками, со своим яйцом. Вот. И, в общем-то, вырастают все благополучно. Вырастают такие цыплята, зимние цыплята. У меня есть отдельное видео, как я их выращиваю. Никакой заморочки нету. Только опять вода и недостаток витамина D, то есть недостаток солнышка, мы восполняем рыбьим жиром или акводотримом. Растут цыплята прекрасно. И, как я уже сказала, весной вы будете со своими курочками. Обращайтесь, телефон будет под видео. Ну, а я не буду затягивать видео. Со всеми вами прощаюсь. Звоните, всего вам доброго. До новых встреч.